Всем огромный привет, ребят! Сегодня мы с вами начинаем проходить новую игру под названием Destiny 2. Я уже, собственно говоря, опубликовал пост в ТГ, то что у нас получается будет стримчик. Я уже сообщил об этом. Вот. Сейчас будем разбираться, как по звуку игры. Всем огромный привет. Сейчас. Я тут все. Сейчас все начну. Так. Все. Полетели. Вик, привет. Лайкос, прожимаем, да? Помним. Ксения. Здравствуй. О, Лайкос прожал. Вот правильно. Сегодня с вами попробуем поиграть в Destiny 2. Видел то, что многие в нее играли достаточно давненько уже. А я в нее как-то не играл. Иван, Илья, господи, я уже не знаю, как к тебе обращаться. Привет. Привет. Персонажика, ребят, я настроил. Я уже, ребят, говорил вам. Настройка персонажа в играх — это мое любимое. Я там могу сидеть по 3, по 4, по 5 часов. Я его уже настроил. Сейчас осталось только запустить игру. Если что, говорите как по звуку. Ксилофон ушел со стрима. Да я вижу, у меня ж тут это все контролируется. Вселенная наполнена светом и тьмой. Эти древние силы пронизывают всю материю и энергию Солнечной системы и других миров. Мы не всегда это знали. Когда странник появился в нашей звездной системе, никто не понимал, что это — корабль, планета или Бог. Его прибытие привело к великим переменам. Он терраформировал спутники и даже планеты. Продолжительность жизни выросла втрое. Мы запустили в небо корабли, чтобы колонизировать новые миры. Это был наш золотой век.
Но, как и всякий золотой век, он не мог длиться вечно. Странник прибыл не один. За ним следовал древний враг. Глаз во тьме. Он нашел нас. Человечество потеряло все. Из последних сил странник сумел отбросить врага, чтоб создать нечто новое. Кто лайк убрал? Кто ушел, кто убрал лайк? Что за ужас? В темные времена, что наступили после коллапса, призраки выбрали... А, все, вернул кто-то. Ну ладно, я слежу. Бессмертных воинов, которых странник наделял силой своего света. Тогда человечеству угрожало много врагов. Из других миров к нам ринулись целые полчища захватчиков. Пираты, прозванные падшими, пришли забрать то, что осталось от Золотого века. Воинственные кабал явились за нашими землями и ресурсами, чтобы завоевать нас. Улей, ненасытные адепты культа смерти, надеялись утолить свой адский голод. А вексы, странные живые машины, решили перекроить наш мир по своему бездушному образцу. Мы воевали с ними и, увы, друг с другом. На какое-то время воцарился хаос. Но в конце концов мы объединились, чтобы восстановить разрушенное, чтобы залечить раны. Мы построили город под сенью странника. Последний безопасный город на Земле. Там человечество могло мирно существовать во всем своем разнообразии. Люди — исконные обитатели Земли. Экзо — чудесное творение Золотого века. И пробудившийся. Народ, осененный и светом... Вот я играю за пробудившихся. Охотник у меня. Носители света поклялись защищать последний город. За века они заслужили титул «Стражей». Титаны — эталон силы и мужества. Варлоки — чародеи и знатоки тайных искусств. И охотники — отважные и ловкие искатели приключений. Стражи знают, что их истинная сила в единстве. И вот новый враг использует нашу силу против нас. Черный флот приближается, предвещая наступление второго коллапса. А наш злейший враг, глаз во тьме, выходит из тени. Это существо невероятной силы называет себя свидетель. Но еще не все потеряно. Каждый день появляются новые стражи, чтобы сражаться за будущее Солнечной системы и других миров. Сработало, я тебя оживил! Не представляешь, сколько я тебя искал! Я призрак. Ну, то есть теперь твой призрак. А ты? Ты долгое время был мертв, так что очень многое тебе будет непонятно. Это территория падших. Тут небезопасно. Нужно доставить тебя в город. Замри. Не бойся, я все еще здесь. Нам нужно двигаться. Скорее. Так. Я туточки. Ну, точнее, звук, да? Ой.
Так. Начинаем. Так, игру потише, игру надо потише немножечко, потому что что-то громковастенько. Звук. Сделаю. Как тут? А, вот. На четверку, я думаю, все поставить. Да? На пятерку, на пятерку. Сейчас, ребят, чатик прочитаю. Сейчас чат прочитаю. Так. Войти на космодром. И снится нам космодрома. Вот эта песня мне напомнила. Ой. Так. 37% отметки на Т-67 у тебя? Ну, поздравляю, что. Ты хочешь отметки взять? Будто в VR-очках. Игра очень красивая. Вот это сейчас на данный момент у меня ультра настройки стоят, графики. Очень красиво. Очень-очень-очень красиво. Мне очень нравится, правда. Так, нам куда-то туда, да? Очень вот красиво. Так. Туда войти надо. Отметки, господи, ребят. В 2024 году вы потеете на какие-то обосранные отметки в мир танков? Ну ладно, у каждого цель своя. Для этого нам нужен корабль. Но сначала нужно найти тебе оружие. Пошли. Ой, ну пошли, пошли. Все, Вика, понятно, понятно, понятно. Новая цель. Они вокруг нас. Не останавливайтесь. Не останавливаться. Не останавливайтесь. Что делать в смысле? Мы рискуем, но давай раздобудем больше света. Древняя военная система есть. Изношенные куда идти? Есть. Стоит тронуть этот переключатель. Что-то громко, да, по-моему? Голосочек. Ну, ребят, если громко игра, давайте говорите. Взять оружие. Взять оружие. А чё я взял? Где оно? Откуда я его взял вообще? Я вернул тебя в мир живых не просто так. Ты же охотник, а значит, не боишься рисковать. Так. Не останавливайся и готовься к бою. Пробраться через... Да, блин. Пробраться чё-то там через какой-то пролом. Вот тут, да, наверное, пролом. Я говорю, ребятушки, если громкая игра, громочка. Если громкая игра будет, говорите, пожалуйста, потому что... Отлетаем. Нафиг. Чтобы использовать атаку ближнего боя, нажмите С. Я громко говорю. Так это отлично. Не отвлекайся. Если, да, если я громко говорю, то это великолепно. На гранатку. Нет, но... Так я и тоже думаю, что норм. Я и тоже думаю, что нормик. Никогда громко не было. Я и тоже что-то так думаю. Чтобы прицелиться... Ну так я и уже как бы догадался и без вас, блин. Только что это сделал. К слову, так-то. Вон тайник с добычей. Давай посмотрим, что внутри.
Знаете, вы игру слышите, а я чуть нет. Я игру не слышу. Я у себя тут сделаю погромче ее. Для себя. Чтобы переключиться на энергетическое оружие, нажмите 2. Нажал. Ну, ух ты, слушайте. А чё ты не умер-то? Я ж попал по тебе. А, ты не... Да, господи, чё оно так... Это прям наверх так подня... А это чё такое? Чё ты подобрал? Господи, ой, мне не нравится это. Мне не нравится эта пушка, она чё-то слишком это... Задирается наверх. Мне так не очень мне. Господи, мне не нравится, когда она так поднимается наверх. Мне неприятно. Чтобы использовать заряженную атаку ближнего боя, нажмите С, когда шкала энергии ближнего боя заполнится. Ой, мне так не это некомфортненько. Ой, это что было? Я игру свернул нечаянно. У меня тут что, патроны? А все, патроны, да, закончились? Вот это другое... Вот это я, блин, понимаю. Пушечка. Не то, что та ерунда, блин. Ерунденька. Да, это неудобно, согласись. Вообще неудобно, да. Да, Вик, неудобно. Супер заряд. Супер заряд. Чтобы использовать суперспособность, нажмите F. Ух ты ж ка. На. О, вот это другое дело, ребят. Вот это другое дело. Твой свет силен, страж. Это другое дело. Слушайте, дайте... Что там? Несбыхаемый какой-то. Вот. Да, все время вниз камеру делать, да, неудобно. Неудобненько. Кстати, ребят, в этой игре есть тройной прыжок. Смотрите. 1, 2 и 3. О. Так подловил. Подловил пацана еще так. Способность стража. В левом нижнем углу экрана вы можете наблюдать за восстановлением ваших гранат. Способности ближнего боя, классовых способностей. И классовых способностей. Эскейп, выйти. Под класс света. Будучи стражем, вы обладаете доступом к неисчерпаемой силе света. Да ты что? Да ты что? Да ты что? Да ты что? Продолжай движение. Там. Я попытаюсь найти корабль, на котором можно улететь домой. Вот это когда-нибудь пропадет или она так и будет? Я уже понял то, что твой там подкласс свет. Тут... А вот это... Ну, она уберется, нет, когда-нибудь? Я там не знаю вообще. Что это? Что она все трясется-то? Какая-то фигня по мне стали... А, вот она. Ну-ка, сдохни. Внимание. Отряд рейдеров падших. Все немного хуже, чем я думал. Что тут? Забрать листья. И зачем они мне нужны были, эти листья? И добычу. А, ну вон же. Забрал. Так. Допустим, когда вот это уберется? На что нажать надо? Простите, сейчас я гляну там, на что надо нажать. F1.
Мой скинчик такой. Стрелок. Подкласс солнце. Золотой пистолет, меткий глаз. Информация. Привязка навыков. Продолжай сражаться. Я ищу корабли поблизости. Все, я понял. Че? Все, я понял. Я понял. Все, окей. Окей, окей, окей. Так. Огурс. Это что такое? Так, а вы ей... Вот так вот. А кто? Ой-ой-ой. Ты прекрасно справляешься. Сосредоточься на падших. Мне говорят, я прекрасно справляюсь. Да я знаю, без вас. Повторяю, это шоу Хан. Операция авангарда провалена. Меня отрезали от моей группы. Авангард? Они из последнего города. Шоу, где ты? Мы можем помочь. Кэс, Мэйв, если вы меня слышите, координаты места встречи. Какие-то помехи. Не думаю, что он нас слышал, но я понял, где он. Вот это... Кто такой? Ты кто такой? Слушайте, а их тут нифига себе. Ребята, их тут нифига себе. А их тут вообще нифига себе. Что за танк? Что за мир танков тут? Это что за мир танков? Ну я вообще хоть кому-то там... Я ему, по-моему, тому пацану вообще урон не наношу. Вот который жердяй тут. Вообще, по-моему, я ему урон не наношу. Да? Так, там я никого не вижу. Там вижу. А, вот они, ага. Тут, ой, ой, ой. Что тебе там надо? Меня. Ой. Жирненький, да, блин. Все нормально. О, что будет, если училка выйдет из кабинета, так же класс. Я думал, ты сдох. Да куда? Подожди, стоямба. У меня куда-то все лезет. Это. Вот, все нормально. Да вы как заколебали? Вас вообще нет здесь. Кто по мне стреляет, я даже понять не могу просто. А, вот вы! Мана. Ой, что я сделал? Ой. Ну, используйся или что, или оно не надо? Да, немножко я пока надо в этой игре разбираться, пока что тут немножечко непонятно, конечно, чё как чё. Блин, слушайте, ну тут вообще не классно. Угу. Конечно, мне надо, чтобы вот ко мне подходили лучше, вот они, да. Мне надо вот, чтобы они ко мне подходили. Это будет намного лучше, чем я к ним. А это кто? А это вы чё? Это кто? Так, ты отлетаешь? Там еще что ли, второй где-то? Вон. Ты тоже отлетаешь.
Вы тоже отлетаете. Меня поняли, вы меня поняли. Да, вот так, да. Надо их потихонечку, это, конечно. Надо их как-то потихонечку уничтожать. Потому что, знаете ли, надо идти дальше. Да ёлы-палы. Да, вот ты по приколу же, ну вот, чел, ну. Ой, это тот, которого я так не добитыш, это тот. Да, я помню его. На. Получай. Да. Так, вот пока, наверное, вот по тем постреляю, да. Немножечко. Вот так, да. Это кто? А, это никто. Отлично. Ой, 5 лайков, спасибо огромное, ребят, спасибо, что ставите. А чё у вас там? За... так, стоям бы. Не помню, я куда там нажимать. Но, конечно. Надо подождать, да, лучше, наверное. Они спавнятся, что ли, заново и заново? Я ничего понять не могу, или как? Димов не будет вместе, у меня сломано колено. Блин, жалко, жалко. Ну ты же сегодня стримил. Ты чё, прям сейчас сломал, что ли? Ты сегодня же стримил. Ты прям сейчас сломал или как, или чё? Какая вообще цель? Отследить источник сигнала. Отследить источник сигнала, но я пытаюсь убить вот этого жердяя. Ну, как бы о чём? А, сейчас, секунду, надо глянуть кнопки моих способностей. В. В моя способность. Еще одна из способностей. Пытаюсь убить... Ой, пытаюсь этого жирного убить, Вик. Жирного пытаюсь убить. Ну, пока только так. Походу они, ребят, походу они спавнятся все заново и заново. Что-то мне так кажется, да? Что-то мне так кажется, они спавнятся заново и заново. Но патроны, я как понял, у меня бесконечные, поэтому... Поэтому, как бы, ой. Ой, какое говняное управление, конечно, в этой игре. Это будет бесконечно. Да неужто-таки бесконечно? Ну, не знаю. А что тут еще делать? Как бы. Тут какие-то другие варианты есть. По-моему, их нет. И на... Вообще, мои хп я не знаю, как бы... И у меня хп, сколько их? Я умер, да? Страж убит. Не знаю. Попробовал так. А, Е возрождение, да? Ребятушки,
Тут даже паузы, что ли, нет, я ничего понять не могу. Сейчас надо куда-нибудь тут спрятаться, вот сюда. Ребят, сейчас подождите, я приду, секунду. Так, ребят, я здесь. Продолжаем. Так, сегодня стримил, но сильно больно. Понятно. Ой, как хорошо, я вообще себе никогда ничего не ломал. Вообще ничего не ломал и, надеюсь, не буду. И, надеюсь, не буду. Потому что не хотелось, знаете ли, бы себе что-либо ломать. Вообще прикольно, конечно. Да вот тут какой-то чел, видимо, это друг, помощник. Может, это вообще какой-то левый такой, знаете. Ой, смотрите, он сейчас... Ой, господи, божечки. Он сейчас пукнет вообще. И сейчас я его добью. Ну, сдохнешь ты, нет. Ура! Ура, он сдох. Ура! Ура, ура. Он сдох. Сейчас только надо вот этих довалить, я думаю, да? Масс. Наконец-то он сдох, господи. Что-то мне от тебя надо? Нет, мне надо вот конкретно. Сейчас мы забрать добычу, забираем добычу. Тройка, у нас новое силовое оружие, ребят. Сейчас мы его просмотрим. Сейчас мы его просмотрим. Ох, нифига себе, что это такое вообще здесь. Да хватит меня бить. Да хоть не бить, у меня перезарядка какая-то тупая вообще идет. Уже 3 дня. Это что, господи? Господи, это что? С крыши упал в 104 метра? Ох, божечки мои. Кто же вы по этим крышам лазить? Что вам спокойно дома не сидится? Ну да, Вика, не спавнится заново. Пойдемте дальше. Сейчас посмотрим, куда тут. Вик. Ну, он написал, он не. Видим, он не специально же все-таки тоже. Он же все-таки не специально это сделал. Он это сделал случайно, видимо. Я как понимаю. Видимо, как-то так, не знаю. Что ты смотришь на меня? Слушай, Илья, а мне что-то то ли приснилось.
Илья, мне что-то то ли приснилось, как будто ты уже говорил, что ты с крыши упал, реально. То ли приснилось, то ли чё, вот чё-то мне уже вот слышал такое. Крышу заделали. Что-то такое слышал, знаешь, то, что уже то ли ты с крыши упал, то ли, может, на стриме, нет, не на стриме, как будто. Чё это было? Вот что это было, я не помню, правда. То ли вот приснилось, что ли. Нужно побыстрее найти свою группу. Предсказание из будущего. Не высовывайся. Я доставлю тебя в город после... Я же добрался до сюда. И хочу помочь. Понятно. Вещи сон, тоже так думаю. Никто не хочет оставаться в стороне. Сила стражей в единстве. Разве не так? Точь-в-точь команда Завалы. Ну ладно. Приготовься. Будет жарко, но мы прорвемся. Главное, делай все, как я скажу. Мы не подведем. Следуй за мной. О, мне тоже иногда снилось то, что уже было и снова повторяется. Да, да это у всех так. Это нормально. Ну вот, нет, кстати, не у всех. Это я вот так сказал, знаете ли. На самом деле, не у всех. Не у всех. У кого-то еще страннее есть... Когда есть такие люди, которым снится человек, а потом ты его видишь на улице. Это вообще крипово выглядит. Скорее всего, получше, чем у тебя. Хватай его и иди. Или вот именно какие-то предсказания, истории, моменты. Вот это. Stone Dog S. Кинетическое оружие. Илья, ужас, ты чё? С чем ты такое пишешь-то? Так, я, конечно, это сочувствую, но... Да, трэш, конечно. Но ты это, господи, чё так пугаешь-то тоже? Напугал тут всех нафиг. Не могу понять. Что ты... Вангард какой-то. Что сейчас? Да зачем удалить-то уже? Там же ничего плохого не было написано, Илья. Илья, там же ничего плохого не было написано. Просто так напугал, блин. Реально. А, может быть, что-то надо было это поменять? Чтоб не пугались. Да ты же уже написал, что уже все прочитали. Что там пугаться-то? Уже-то. Ну ладно, да. Я просканирую сигналы из корабля. А ты побудь моими глазами на земле. Слушайте, мне игра, в принципе, нравится. В принципе, интересненькая. Кому тоже нравится, плюсуйте, пожалуйста. Снимать ли продолжение по ней, может быть? Ничего такая, мне нравится. Интересненько вроде бы. Да я уже понял. Тут помехи. Мой сканер не работает. Возможно, придется все делать старым дедовским способом. Провожу анализ. Источник помех найден. Давайте его проверим. Найти источник помех, да, видимо. Очень игра, в принципе, по графике красивая, довольно. Игра довольно красивая по графике. Игра довольно интересная по геймплею. Блин, вот я очень люблю такие игры, такие как Лара Крофт, это игра Титаны и так далее. Типа все старое, да. Вика, эта игра, знаешь, на что мне реалистично и согласен? Вика, эта игра мне напоминает Титаны, вот как раз-таки, которые мы проходили, Титанчики, да. Да, Вик. Мы же с тобой проходили Титаны, и это не Титаны. Если ты подумала, что это Титаны, это не они. Это новая игра. Но она, блин, так реально на них похожа. Да, очень похоже.
Согласен. Илья не может понять. Герой в игре за 9к долларов. В какой игре? В этой? В этой все бесплатно. В какой игре там у тебя герой за 9к долларов? Смотрите, что-то нашел. Интересненькое. Ну давайте потом туда сходим, потому что найти источник помех у меня же вроде бы сверху был. Он же вроде бы там. Вон он. Том за золотом. А, том за золотом. 9к долларов. Ну, мне вот это вот, знаешь. Что он 9, хоть он 10. Да на, совсем не те ощущения. Хочу сказать, совсем не те ощущения, донат. Вот когда что-то сам, когда то, что-то вот сам прокачиваешь, одно ощущение. А вот когда донат, то уже совсем, знаешь, по-другому. Ой, да что ты? Взломать. Здесь использована техника, украденная из города. Она и глушит твой сканер. Эта игра, наверное, тоже входит в состав Геншина. Да, Вик, да, 100%. Реально, согласен. Согласен, Вик. Да там в Геншин, по-моему, вообще все входит. Чтобы использовать классовую способность и уклониться, нажмите В. Да я уже это понял. Упсики. Вы что пришли-то сюда? Получить... Вот и все. Сигнал восстановлен. Да, Вик, реально. Это прям вот 100%. Ребят, кто лайкос не прожал, пожалуйста, прожмите и подпишитесь обязательно. Значит, дела пошли совсем скверно. Очень важно. А ты найди Мэйв. Высылаю координаты. Очень, очень важно. И, кстати, есть такая игра вот новая. Ну, допиши, допиши. Какая новая игра? Туда, да. Там что-то снизу мне очень хотелось бы там посмотреть. Ну, ребят, ну... Пошел нафиг. Что смотреть, Илья? Что смотреть? Смотри, что смотреть? Куда смотреть? Чё тут? Найти Мэйв. Мэйв, Мэйв, Мэйв. Куда-то туда, что ли, ведет меня? Найти Мэйв. О, ну... Как бы, почему бы и нет? Давайте. Называется Вова. Скопировала с Геншина, только там все современно и можно двигать предметы и так далее. Сердечки? Нет никаких сердечек пока что. А, ну я не видел. Может, я просто не заметил сердечки. Да ты чё, Вовка? Легенда Вовка говорит, скопировала. Когда-то падшие были любимчиками странника. Но что-то посмотрим, произошло. Посмотрим. Странник погибнул. Ну это тогда, извините, Геншин может и в суд подать. Если там просто подчистую все копернули. Реально, если там подчистую все копернули, то, блин, они имеют право. Ого! Ребят, смотрите, это что такое? Ой. Ого, нифига, смотрите. Нифига себе. Слушайте, как прикольно. Чё надо? Таран!
Ой, капец. То есть Геншин был выпущен 4 года назад, а 4 года эта игра создавалась. Понятно. Уи. Вот это да, слушайте, как мне нравится. Ой, как прикольно. Капец. Ну, Вовка копернула, понятно, чё. Вова читается, я буду Вовка называть. Мне больше Вовка нравится. О, слушайте, ну это вообще кайф. По-моему, вообще такой кайф. Вот это вот. Щука, да, летающая какая-то она там называлась. Вообще, слушайте. Вообще. Великолепно просто. Ну это потрясающе, мне кажется. Сюда бы еще какое-то ускорение бы, знаете. А то она немножко помедленнее. Ну, так, медловатенько едет. Довольно медленно. Я говорю, какое-нибудь бы ускорение еще вот сюда. А хотя, может, оно и есть, просто я не разобрался. Может, оно и есть. Пацаны! Я говорю, это вообще... Да вообще! Устал сердечки ставить. Это обалдеть, какая классная штука! Это просто! Это просто! Ой. Вот это нифига себе, конечно. Ой, а куда ты выпрыгнул-то? Ну-ка, сел быстро обратно. Угу. Да, Вик, оценка прям вообще... Честная оценка. Ой. Вообще классная игра. Особенно вот эта штука. Я сейчас вообще не заткнусь. Что она прекрасная, вот эта вот... Как она называлась? Кто помнит? Какая-то там щука, да? Она называлась, по-моему. Похоже, что падшие не хотят пускать нас внутрь. Или выпускать что-то наружу. В старой России есть что-то... Давай, Илья, давай. Давай проверим панель управления. Ага. Ну, блин, надо слезть. А, вот. Да, щука она называется, щука. Заблокировано с помощью адаптивного шифрования. Тут понадобятся ключи. Ключи понадобятся какие-то. Сейчас будем ключи искать. А, коды? Получить коды доступа. Коды. Так, и где мне их искать? А вот стрелка есть. Ну-ка, поехали. Вон туда. Обалдеть. На ней еще и просто даже бесконечные патроны, и она и таранить может. Она и таранить может, как бы, да? Она вообще все может. Ничего. Один ключ есть. Нужно еще два. Один ключ есть, еще два, правильно? Понял. Приятного. Да, Илья, приятного тебе аппетита. Приятного. А вы что, опять тут? А, окей. О. Так, хорошо. А чё, и где? Тут еще вроде бы один был. Это что такое? Ну-ка, подождите, слезь. Это что? Взять электрический заряд. Уи. Вот сюда его вставить надо. Внести. Внес. Загрузить. Загрузил. Отлично. Полетели дальше. Спасибо. Пожалуйста. Так, знаете, это еще мне игра напоминает киберпанк какой-то. Ну, кто играл в киберпанк, может, поймет. По управлению вот этой машины.
напоминает киберпанк. Сам я киберпанк, конечно, не играл, но видел. И вот очень мне все-таки он напоминает киберпанк. Тоже играл. Это кто? Вам сейчас хана, ребят, будет. Вы понимаете? Вы можете себе вот это вот представить, что... Просто вас сейчас убью. Ой, моя эта машиночка горит уже. Давайте сменим. Тут же еще одна есть. Вот, смотрите. Чпок. Тут же еще как бы одна присутствует. Бычи, бычи. Да, на киберпанк похоже. Ну, совсем так, знаешь, поверхностно так. Прямо. Вот по типу, по геймплею вождения. По геймплею вождения, да. А, ну мне все равно слазить. Так, немножечко. На киберпанк. Что-то смахивает, конечно. А ты играл, да, в киберпанк? Я не играл. Стримить киберпанк не хочу. Это вот киберпанк вообще GTA это. Это чистая GTA, только... С обновленной графикой, с более интересными заданиями. Вот, в киберпанк я не играл и не буду, наверное, играть в него. Тем более уж стримить. Вот. Кстати, если Диего вдруг что подойдет, надо ему будет сказать, ну, может, он в записи посмотрит, говорю сейчас. Диего, я буду проходить твою игру, которую ты мне советовал. Вот это No More Room in Hell. Я ее буду проходить после Destiny 2. Вот. Максимкас, привет. Дядя играет, я смотрю иногда. Понял, понял. А, так, что ты не слазишь? Слази. Ок. Шоу, ты был прав, значит, ну поверь. Что ты, садись. Какие-нибудь мы в здании будем. Торопитесь. Вика, тебе ничего это не напоминает, Вик? Вика, на машине въезжать в чье-то здание. По-моему, это какой-то стрим напоминает, да? Найти Мэйв. Так, ставим сейчас. Сейчас найду. Да-да, Вики напоминает. Ой, а вот тут, походу, уже все, да? Уже песенка спета. Твоя песенка спета. Колонки молчат. Это мои тени. Прикольно. Тут даже тени проработаны. Ой, Илья тоже помнит. Он еще спрашивал, зачем вы это делаете? Вы что? Так нельзя. Еще говорил. Как-то нельзя. Мощный поток энергии молнии. Не знаю, что да, Илья, да, да, да. Это смысл той игры, ты понимаешь вообще? Зачем строить особняк? Надо... Это... Делать как мы, короче. Угу. Да, вот. Да-да-да. Все верно. Я надеюсь, слушайте, я не вижу тут пункта сохранения, или он тут есть? Ну, я не вижу тут пункта сохранения, и как бы... А когда я выйду из игры, он сохранится вообще? Эта игра? Вот, не знаю. Да я понял, что на F нажимать, ребят. Я понял, я знаю. Да мне вот с этим хорошо как-то. Источник сигнала Мэйв совсем недалеко.
Так, Марк, может завтра или послезавтра стрим по Роблоксу? Бомбанем? Там автосохранение. Я не знаю, Илья. Я еще подумаю. Ну, может, если только с Викой, естественно. Только с Викой, вы же понимаете, да? Я не буду заходить в онлайн-игры. Я не буду играть с подписчиками. Я буду играть только с Викой. Вы же понимаете прекрасно это, да? То есть, если делать стрим по Роблоксу, то я буду только с Викой. Без Вики я в Роблокс не пойду, мне там делать нечего. Вот. Тогда уж... Только так. Шоу, прости. Мы опоздали. Я тоже. Он что, умер? Крис, я добрался до него слишком поздно. Там была могущественная колдунья Улья. Мы пытались. И со мной не Илья, прости, не. Все, я говорю, только с Викой, если. Должно быть все честно, Илья. Потому что я говорю, вот приходит человек какой-нибудь, и он видит то, что я играю с подписчиками. Просит добавиться в друзья, а я говорю, нет, конечно. Зачем я буду тебя добавлять в друзья? Он обижается и уходит. Хотя видит, что ты играешь. Это не честно, Илья. Потому что подписчики должны понимать, тематические стримы... Тематические стримы, то есть на какую-то отдельную тему. Если я играю с Викой, значит я играю с Викой. Ни с кем другим. Потому что это будет нечестно. Это будет совсем нечестно. Ну, Илья, ну нет, так не работает. Илья, так не работает. Быстрое перемещение. Быстрое перемещение с помощью карты стражи... С помощью карты стражи могут быстро перемещаться к определенным местам в пунктах назначения. Окей. Нет, Илья. Во вторник у Даши будет ДР. Я... Катя и она пойдем в термомиры. В добе аквапарка с банями и чё там? И магазином, да? Понял. Понял, Вик. Вот. Во вторник. Не может, Вика. Ну, я говорю то, что если... в степи, да, мне надо? Возрождение стража. Поговорите с Шоуханом в его лагере. А, быстрое перемещение, вот. О, нормально. Вот, я говорю, то есть, если в Roblox, то только с Викой. Потому что в Roblox без Вики мне делать нечего. Как бы... Вообще игра не под... Не под это дело. На моем канале. Поэтому только если с Викой... Как-то так. А вообще, завтра... Ребят, завтра... В понедельник, да, получается? В понедельник, я не знаю. Посмотрим, ребят. Завтра, если стрим будет, ну, в понедельник, то есть. Вы понимаете, да? В понедельник. Возможно, он будет, возможно, его не будет. Но во вторник стрим будет точно. Вот во вторник стрим будет. Понимаем, да? Сейчас я рассказываю расписание. В понедельник 50 на 50, не точно, что стрим будет. А вот во вторник стрим будет 100% по Destiny 2. Потому что мы начинаем проходить эту игру. Вот, потому что мы начинаем проходить эту игру. Кто это? Шоухан. Даже у света есть предел. Иногда вернуться уже нельзя. Ты видел могущественную колдунью Улья по имени Навота? Не думал, что здесь только Улья. Стоило подготовиться. А сейчас уже поздно. Мэйв и Кэс знали, на что идут. В память о них надо закончить это дело. Неподалеку в закрытой камере находится сверхпроводник, артефакт Золотого века.
Авангард утверждает, что его можно превратить в оружие. Проблема в том, что сверхпроводник переполняет энергия молнии. Замок не то, что не взломать. К нему не подобраться. Должен быть способ. Что-то мне подсказывает, что наши соседи-падшие разбираются в местной инфраструктуре. Это задание моей боевой группы. Теперь они твои. Потряси дерево. Посмотрим, что упадет. Возрождение стража. Шоу скорбит о своей боевой группе, но он должен выполнить задание. Ему поручено найти сверхпроводник, артефакт Золотого века, который может стать мощным оружием в борьбе с тьмой. Сверхпроводник насыщает задание смертоносной энергией молнии. Шоу ищет способ пробраться внутрь, и ему нужна ваша помощь. Наведите указатель на оружие ниже и выберите его, нажав левую кнопку мыши. А, понял, понял. Так, я тут. Сейчас. Просвещение. Вы передаете Шоу останки призрака Мэйв. Он жестом просит вас подождать. Затем он одной рукой натягивает край своего плаща, а другой, в которой мгновенно появляется нож, ловко отсекает полосу ткани. Шоу бережно заматывает осколки призрака в ткань. Это древняя традиция охотников. Так мы отдаляем последние почести друзьям. Отдаем последние почести друзьям. В наше время так мало кто делает. Он вновь бросает на вас взгляд, будто что-то вспомнив. В его глазах появляется огонек. Шоу внимательно вас рассматривает. «Тебе уже приходилось чувствовать связь со странником?» спрашивает он. «Я говорю не о том, чтобы швыряться гранатами или стрелять из пушек. Нет, нечто более глубокое». Шоу предлагает вам найти спокойное место, чтобы помедитировать, размышляя о свете. Как ни странно, это должно сделать вас сильнее. Не волнуйся, это звучит бессмысленно, но так и должно быть. Марк, я думаю, завтра, если гипс наложит, то смогу сделать стрим. Ну хорошо. Господи, ты какой-то там вообще, ты себе и руку ломал, и сейчас колено что-то у тебя там. Контракты. Неплохо. Угу. Другой последний город. А, ну подождите, нет. Требуется конец света. Получить. А, стоямба нет. Покупка, видимо, какая-то. Пока не надо ничего покупать мне. Авангарда? Это же хоккейный клуб моего города, да? Авангард у тебя? Хоккейный клуб. Так, отслеживание поручений. Поручения можно отслеживать так, как вам проще будет ориентироваться по ходу игры. Сначала нажмите «Удерживать этап», чтобы открыть карту пункта назначения. А, «Удерживать этап». Угу. Поручение. А куда? Вот сюда, наверное. Карту... Я тебе нет, не то, подождите. Только победа. А, вот. Просвещение. А тут убралось? Нет, ставим. Испытание мероприятия. Вот, поручение, рекомендуемое. Поручение. Вот. Так. Контракты. Окей. Раз, и чё, и два, наверное, где-то еще. Нет, только раз. Допустим. Так, да, хоккейный клуб Омска, Авангард.
Поручение в Геншине. Ну да, Вик, это Геншин. Сейчас, ребят, отвечу на звоночек. Так, я здесь, ребят. Ой, продолжаем. Угу. Да. Тут, видимо, очень похоже на Геншин Импакт. Бежим на задание. Сколько там, долго бежать, недолго бежать? Да нет, тут, видимо, и вниз, да? Куда-то. Ок. Медитировать. Мы сейчас будем медитировать. Нифига тут игра продумана. Прикольно. Приступить к выполнению поручения. Вау. Ничего себе. Мы реально сели и медитировали. Прикольненько. Какая игра интересная. Новое задание. Урок отражения. Лунный комплекс космодром. Медитировать. Вы получили первый аспект. Нажмите F1. Так, вот. Аспекты модифицируют под класс, наделяя стража новыми возможностями. Ставка на порох. Ячейки для фрагментов 2. Так. Коробок, в котором осталась всего одна спичка. Для пожара хватит. Уничтожайте цели с помощью солнечных способностей, солнечных ослаблений или солнечного оружия, чтобы получать заряды солнечной взрывчатки. Чтобы бросить солнечную взрывчатку, нажмите Q. Ее можно подстрелить в воздухе, чтобы вызвать... Воспламенение. Ожог. Солнечный свет обжигает цель и постепенно наносит ей урон. Урон увеличивается в зависимости от числа зарядов ожога. Если уровень зарядов ожога достаточно высок, цель воспламеняется. Воспламенение. Мощный солнечный взрыв наносит урон противникам в зоне поражения вокруг цели и ошеломляет неудержимых воителей. Так вот. Ну что, что? Чё ещё-то надо? Чё тебе надо? А-а-а. И что? И что? Я поставил все. Чё надо-то еще? Прикольно, да? Я думал, эта игра весит гигабайт 30-40, а нет, 111. Вот именно, да, Вик. Угу, Вика правильно говорит. Да, эта игрушка много весит. 111 гигабайт она весит. Но мне кажется, не жалко 111. Что-то мне кажется, 111 гигабайт для такой игры не жалко. Согласитесь.
Ну вот посмотрите на мой стрим, и вам разве жалко 111 гигабайтов на вот это? Ну, мне кажется, нет. Ну, понятное дело, для каждого свое, но, блин. Что-то для меня не жалко, вообще не жалко для меня. Что делаю? Я просто ломаю их и все. Потрясающая игрушка. Ну, мне лично нравится. Я думаю, я в ней останусь. Прям надолго. Медитировать. Какую игру ты мне в стиме посоветуешь? Не знаю, Илья. Смотря что ты любишь. Не знаю, Илья. На твое смотрение. Тут, знаешь ли... Смотря какой жанр ты любишь. Я игры в стиме вообще не знаю, Илья. Я игры в стиме не знаю, поэтому... Поэтому знаешь ли... Я не советую игры. Для каждого свои. Для каждого свои игры. Экшены? О, экшены тем более не знаю. Я мало играл в игры в стиме. Конкретно в стиме я мало игры играл. Ну, Destiny 2, вот если тебе нравится, можешь играть в нее. Пожалуйста, чё. Если она тебе нравится. Не знаю, Илья, правда. Тут, знаешь, для каждого... Это как... Вот игры и фильмы, и вообще сериалы, это вот как с духами. Вот у каждого свой вкус. И вот, например, я могу купить духи, и тебе они могут не понравиться. А мне они понравятся, даже очень. Я буду ими брызгаться. И, то есть... И тут вот как, понимаешь, да, то есть... Индивидуальные, индивидуальные. Поэтому... О, господи, боже. Даже не знаю, что тут тебе и посоветовать. Я говорю, вот Destiny 2, если тебе она, в принципе, нравится, ты можешь в нее поиграть, собственно. Так, ребят, бросаем гранаточек. Чтоб тут все взорвалось нафиг. Нафиг взорвалось. Хо-хо-хо. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тыкаем, тыкаем, ребятушки, тыкаем. Ты что, не сломалась? Ломайся, ну-ка. Господи, я тут даже и не знаю, что куда идти. Потому что тут как-то прямо это. Какие-то препятствия. Понатыканы. Нормально. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. О, как профессионально, ребята. О, как профессионально. Ни разу меня ничего не задело. Очень профессионально, ребят. Очень, очень профессионально. Очень профессионально. Очень. Ты сумеешь уйти. Ну, естественно. Как будто выше. Я подумал, там прыгнуть надо. А, я ушел, это вот тот самый выход. Нифига, а как это я так в обратку, что ли? Шел, шел и пришел. Шел, шел, шел. Медитировать.
чтобы бросить гранату, нажмите Q. Куда мне ее бросать? Вот туда? Вас, ребята, вас мне бросать гранаточку, да? Все под контролем. Медитировать. Чтобы использовать заряженную атаку ближнего боя, нажмите C, когда шкала энергии ближнего боя заполнится. Не, мне больше Q понравилось. Мне больше Q нравится, чем C. На самом деле. Что-то как-то... Гранатки получше, чем вот эти сюрикенчики. Куда идти-то дальше? Куда-то сюда зовет. И что? А, вон туда. Ой. Нечаянно свернул игру. Ребят, ну чё, как кому игра? Мнение, пожалуйста, напишите в комментариях. Ой, в комментариях говорю, в чатике. Кому как игра? Мне довольно понравилось. Ну ничего такое. Учитывая тут то, что тут вообще в принципе открытый мир, и можно делать то, что ты захочешь, то мне кажется, это вообще прикольно. Мне кажется, это вообще реально. Просто. Ой, господи. Меня убили. Классная? Ну хорошо. Меня убили. Я даже ничего не понял. Просто со всех сторон на меня навалились. Вообще даже ничего не понял. Ты где? Вот так вот. Ну хорошо, что классная. Значит, будем ее стримить. Значит, будем ее стримить. Очень часто будем ее стримить, значит. Медитировать. Урок отражения, ты отвоюешь его. Колодцев света поглощено 4 из 5. Ребята, подходим. Опа, подходим, ребят. Сейчас вас просто завалю, значит. Бац, подходим, конечно. Подходим, ой. Подошли. Ну ничего страшного, сейчас я это вас. Ну где вы? Это что? Ух ты, вас тут это. Вас тут это, да? Немало вас тут. Ой, надо отбегать надо. Немножечко назад, а то что, завалит, не дай бог. Не дай бог, еще и завалит. Все фигово будет. Вико. Окей, я сейчас тогда буду стрим заканчивать. Блин, капец. Ну ничего страшного. Сейчас я буду стрим тогда заканчивать, Вик. Может быть, возможно буду заканчивать. Может, просто на паузу поставлю, посмотрим еще пока что. Я не знаю. Там зараза сверху так и осталась.
Нормально я их так это валю тут. Да, неплохо, неплохо. Неплохо, совсем неплохо, слушайте. Нате вам гранатку. На попей, как говорится. На поешь, пожуй, запей. Перекуси. Что-то я это не попал. А, ну надо вот так повыше немножечко кидать этого. Они даже меня и не видят. Ну вот некоторые видят меня. Замечают иногда, там и все. Блин. Чё ты ходишь за мной? Ну тебе надо. Так, ребяточки, сейчас подождите, я подойду. О, да, Вик, давай, пока. Удачки тебе. Сейчас довалю я вот этих вот гадиков. И я думаю, ребят, с вами тоже я буду заканчивать. Тоже буду уже уходить. Поэтому ждите. Сейчас я их завачу, хотел сказать. Замочу. И тоже буду стрим заканчивать. Просто вот так я сейчас буду их выманивать, так скажем. Вот так, хобана. Ура. А, это еще не все. Тут еще, ребят. Ой, как классно называется здание, ты покончишь с ними. Я уже все. Я уже все, вы чё? Что, нет? Еще не все? Еще не все? И я-то думал уже все, оказывается, еще даже и не все. Еще что ли куда-то стрелка ведет?
Смотрите, там надо это тоже все дело там поломать. Ладно, пока ничего ломать не будем. Вот пока пойдем сюда медитировать. Я нашел рыбу своей мечты. В смысле? Кого ты там нашел? Какую рыбу своей мечты ты там нашел? Раз. Дебес. Это рис. Шерис. Просто заваливаем их. Рыбу своей мечты ты нашел? Какую-то там рыбу нашел. Своей мечты еще и. Poppy Playtime 5 гигабайтов. Я же ее проходил, Илья. Тоже проходил я ее. Да. Пятницу. Я ее полностью прошел. На стримчике я ее проходил. Да, прикольненькая игра, интересная. Тоже по стрим, тоже по стрим. Хорошая игра на самом деле, хорошая, хорошая. Сейчас, ребят, подождите, пожалуйста, секунду, сейчас подойду, я отойду.
Так, ребятки, я тут. Ух, господи. Надо было кое-что сделать. Ух, я даже на улицу выходил, прикиньте. Стоп. А, я тут. Все. Так. Я тоже стрим по ней сделаю. Сделай, Илья. Сделай. Хорошая игра. Нет, не уходи, мне страшно. А что тебе там страшно? Ты чё, прям сейчас и в нее играешь? Так же неинтересно. Ты чё, прям сейчас играешь в Poppy Playtime? Так же неинтересно. А как ты ее стримить будешь? Так же неинтересненько. Или чё ты там боишься? Чё у тебя там? Такого. Произошло. Ох, я не заметил их. Я такой еще руки от клавиатуры убрал. Нет? А что ты там? Чего ты боишься? Ну идем. А что они не идут-то? Poppy Playtime 2, так тоже же неинтересно. Надо же по очереди там проходить. Купил ее. Steam взломал, да? Они. Просто в России нельзя покупать. Также неинтересно тоже. Чё, по очереди надо. Ладно. Богатая зопа. А, богатая жопа. А я не покупаю игры в Steam, потому что в Steam нельзя в России покупать ничего. Ну, Steam запретил покупки в России. В странах СНГ, получается. В регионах СНГ. В странах СНГ, да? Он запретил покупки. И в России покупать игры нельзя. Но все покупают. Но как они это делают? Они не взламывают Steam. Они, можно так сказать, обманывают систему, что ли. Получается, Киви просто выбирает Казахстан, ну, типа, меняешь то, что ты живешь в Казахстане, и покупаешь за тенге, вот. То есть вот так люди делают. А я не хочу заморачиваться вот этим всем, и я хочу просто спокойненько играть, ничего не меняя, ничего не обманывая, ничего не взламывая. Просто спокойно играть в Стиме. В доступные игры в России, вот какие можно в России, в те я и играю. Вот. Поэтому я не хочу заморачиваться. Там я американский регион поставил. Да-да-да, вот я и говорю, то, что обычно Казахстан только делают. Обычно делают Казахстан. Обычно Казахстан. Тут не важно, какой там ты делаешь. Вообще не важно. Но да, смысл один и тот же. Но, знаете, я потом просто, вот когда я все игры пройду, вот те игры, которые я хотел пройти в Стиме, вот когда я эти игры пройду, я удалю Steam и перейду на VK Play. Потому что VK Play — это российская площадка. Создал наш человек, поэтому там можно покупать, играть во что захочешь. Поэтому я просто VK Play потом скачаю и буду спокойненько жить с VK Play оставшуюся жизнь. Stumble Guys закрыли. Stumble Guys, я не знаю такую игру, что это вообще такое, я не знаю. Просто на VK Play надо переходить. А тут ничего не хочу даже делать. Фрагменты. Вы получили свой первый фрагмент. F1. Фрагменты. Уголек воспламенения. После добивающих попаданий солнечной суперспособностью цели воспламеняются, при этом появляется огненный дух.
плюс 10 к силе. Огненный дух. Яркий сгусток солнечной энергии. Подбирая огненных духов, вы получаете энергию гранат. Воспламенение. Мощный солнечный взрыв наносит противникам урон в зоне поражения вокруг целей и ошеломляет неудержимых воителей. Ставим. Поставили. Ух. Ты найдешь мой свет. Какое задание? Медитировать. Цель достигнута. Окончание миссии. Осталось секунд. 1, 2, 3, что-то там. Ура, мы прошли миссию. Миссию. Мы ее прошли. Здорово. Слушайте, игра мне нравится. Мне нравится вообще эта игрушка. Она очень довольно классненькая. Скоро вернешься? Хорошо, Илья. Ребят, напомните мне вот эту песню, я не помню, что там поется. И снова с ней. Что там, космодрома? Вот это вот что-то, нет? Как? Я не помню. Вот. Просто вот знаете, тут пишутся, тут есть карта вот эта космодрома. Мне вот эта песня космодрома. Вот что там поется, я не помню. Кто помнит, пожалуйста, напишите. Загуглите в конце концов. Я уже не помню, потому что эту песню. Она еще в Atomic Heart играла. В Атомике она еще была. Тебе что-то нужно? Просвещение. Шоу оглядывает вас, пока вы приближаетесь к патрульному посту. Я смотрю, ты делаешь успехи. Я знал, что это случится. Но все равно удивительно, сколько всего тебе уже удалось узнать. Он улыбается. Еще не так давно у тебя не было ничего, кроме ржавой винтовки. А теперь ты обладаешь искусством света. Икори. Не знаю, что это такое. Лучше приглядывать за тобой. Икори, наверное. Это имя. Только чье? Передай ей мои слова, когда в следующий раз окажешься в последнем городе. Шоу отпускает взгляд на свой плащ, залатанный на месте отреза. А, точно, там же он отрезал. Залатал. Так, что тут? Только помни, что у всякой силы есть свои пределы. Не отпускай своего призрака слишком далеко, страж. Комплект редкой брони. Содержит полный набор редкой брони для новых стражей. Слушайте, прикольненько. Так, ну-ка. Стоямба. А что тут на... О, да. Клан. Не состоит в клане. Я не состою клана. Кланы – это группа друзей, которые сделают вашу игру еще увлекательнее. Участвуйте вместе с вашими товарищами по клану в совместных играх или представляйте свой клан при игре в одиночку, чтобы получить дополнительные награды. Присоединяйтесь к клану вашего друга, познакомьтесь с новыми людьми или создайте свой собственный клан при помощи мобильного приложения или на вот что-то. Знамя клана. Помогайте вашему клану, чтобы получить эксклюзивные бонусы знамени клана для вашего персонажа. Награды клана. Когда ваши товарищи по клану получают награды за выполнение сложнейших заданий, вы тоже их получаете. Чат и форум. Поддерживайте связь с товарищами по клану с помощью специального приложения для мобильных устройств. Ну и хорошо, что у меня нет клана, я пока не хочу его. Коллекция. Экзотическое снаряжение 0. У меня ничего не собрано. Оружие 1. Ну понятно. Путь стража. Авангард. Задача для ранга стражи. Выполнение поручения нового света. Возрождение стража.
Получение возрождения стража поможет вам изучить основу. Один новый свет. И что? Я не понимаю, что с ним делать. Не останавливайся. Продвигайся шаг за шагом. Ранги стражей. Ранги это неотъемлемая часть системы развития стражи. Чтобы узнать подробности, наведите указатель на изображение вашего стража и нажмите левую кнопку мыши. Тут-то что оно все мигает, что-то все. Ну, второй ранг. Ладно. Допустим, персонаж. Мой персонаж. Получается. Надо выбирать, короче, где повыше. Вот. Ага. Так. Вот. Ставим. Вот ставим, вот ставим. 18. О, у нас новая броня появилась. Предметы. Ну, это, наверное, вот все мои предметы получаются. Блеск. Валюта города. Разновидность программируемой материи, используемая в качестве материала и топлива. Легендарные осколки. Добываются при разработке легендарных и экзотических предметов. Серебро. Редкие монеты рифа были отчеканены еще во времена Золотого века. Они очень ценятся коллекционерами. Яркая пыль. Можно получить за завершенные некоторых контрактов. А также из особых источников наград. Понятно. Это что? А, ну это просто настройки. Пушечка. Нифига себе, пушечка. Мне интересно, а как... Ого. Ху-ху-ху. А, так, теперь мне интересно. Может передвинуть лагерь? Взор тут немного. Вот. Магазин. Сезон 23. Поручение, карта, пункты назначения. Ну, поручение, да. Рекомендуемые поручения. Мои поручения. Но они отслеживаются, вот. Они еще не выполнены, получается. Так, стоям, что-то ничего не могу понять. Ох, поручения, еще раз. Прошлые поручения из предыдущих расширений. Экзотические. Поручение на экзотическое снаряжение и катализаторы. Ничего. Плейлисты. Поручение Авангарда, Горнила и Гамбита. Гамбита. Что-то какое-то. Так, ничего. Сезонные. Поручение текущего сезона. Конец света. Поручение из актуального расширения. Игры стражей. О, вот, а тут есть. То есть, начиная с конца света, у нас есть какие-то интересные задания. Новый свет. Поручения, связанные с новым светом. Обучением и ознакомлением. Так, вот. Просвещение. Продолжите возрождение стража и найдите того, кто повидает вам больше о свете. Поведает. Больше о свете. Возрождение. И чё? Вы лишь начали узнавать, что свет может пробудить в вас. Что в нас? И чё? Я его выбрал. О, контракты. Получить.
А может тут что тоже у меня можно понаполучать, нет? Ну, извините, мало ли. Что-то тут тоже можно. Если честно, то кожа пробудившихся так сияет. Я даже им завидую. Ну, давайте выполнять новый свет. Вот я выбрал. Одно поручение. И что, и куда? Никакой... Отслеживаемое задание не в этой... Какой? Поручение еще раз. Новый свет. Возрождение стража. Побеждайте падших, чтобы собрать фрагменты данных. А, падших надо побеждать, да? Угу. Вы не смогли помочь Шоу Хану спасти его боевую группу. Теперь он просит вас добыть артефакт Золотого века под названием Сверхпроводник. Для начала он поручил вам собрать информацию, которая определит дальнейшие действия. Вот, раз, два, получается. И что? Вот, все, теперь я вижу стрелку. Вот, отлично. Ну вот. Другое дело. Собрать свой фраг. Какое-то мероприятие? Какое мероприятие? Я нажал. Ой. Подождите, стоять. Мне хочется понять, что я сделал. Я не понимаю, нифига. Что не могу понять? Я не могу понять, как мне выполнить какие-либо задания. Что-то мне вообще непонятно пока что. Вот, смотрите, еще раз. Что тут? Во! То есть, смотрите. Нет, стоп. Не удерживай. Вот, тут есть задача для ранга стража. Авангард. Выполнение поручений нового света. Ну. Мне надо вот это. Мне вот это надо. И что, блин? Я ничего не могу понять. Странно. А, ну вон какие-то стрелки есть. Это кто? Кто-то. Опять там что-то. Ладно. Все, стрелки пропали. Взаимодействие. Докладывай. Но у меня нет ни к нему каких, никаких этих. Чего у меня к нему нет? Фрагмент данных падших. О, я получаю фрагменты. Я получаю какие-то фрагменты, это отлично. О, вот, мне надо их убивать, короче, понятно. Всё, понял, теперь я наконец-то понял, что мне может как-то это... Что мне делать? Во. Все, отлично, фрагменты пошли. Мана. Надо их собирать как-то. Отлично. Хорошо. Во. Это вот то, что мне и надо было. Все это время. Вот. Метод падших. Сейчас бежим дальше, будем смотреть. Будем смотреть, что тут еще можно. Вот это другое дело, мне кажется. Вот, собрано фрагментов данных 18 из 20.
Поняли? Вот, мне так это прекрасно. Мне, то есть, надо выполнять, точнее, убивать вот этих вот гадов. Ну, сейчас. Это я умею. Это же я вообще великолепно выполняю. Только мне их надо найти же. Вот можно убить, и вот можно убить. Еее! Контракт выполнен из милости. Вот. Вот. Ну и посмотри. Да ёлы-палы. Вот, смотрите, теперь, да? Поручение. Начиная с конца света, вот, у нас новый свет. Вот. Вот. Поговорите с Шоу Ханом. В его лагере. О, Илья, ты вернулся, хорошо. Новое мероприятие по желанию. Добыча блеска. А я что, его получил, да? Ну, точнее, я его взял, что ли? Поручение. Поручение, новый свет, конец свет, сезонное. Конец света, вот. Я и говорю, начиная с конца света. Что-то там... Ого. Ого! Ого, вас тут! Ого. Ой, мана. Валим, валим, валим. Валим, валим, валим на гелике. Да кто? Чё, откуда? А, вот они. О, вас тут, конечно, да. Вас тут, конечно, это, дофига немножечко. Все, я выполнил. Следующее место добычи. Идите, следующее место добычи. Где следующее место добычи? Так, стоять. Мне надо контрактик на это. Новый свет, вот. Забрать. Вон он. Ну, это дополнительное задание, но мне оно, в принципе, нравится, знаете ли, мне оно, в принципе, нравится, ничего такое задание. Интересненькое довольно. Хорошо. Во. Нормально, нормально, валим, 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 валим. А чё, они все кончились? А, вот. Ай, блин, я не успел, походу. А, всё. Найдите следующее место добычи. А долго так будет, у меня вопрос? Долго это будет продолжаться? То уже... Не понимаю, откуда. То уже бесить начинают. Потому что, как бы, когда повторяется все одно и то же по 100 раз... За, ну, не задание, а вот, ну, да, задание. Буквально задание. Да. Нифига вас. Тут, конечно, да, вот это вас. Куча. Жесткий. Жесткий, жесткий, конечно. Конечно, все пожестче. Ой, я только сейчас умру, правда. Это нельзя допустить. Это вообще не в... Ой, 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 ой. Так, бежим, 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 бежим. Бежим, надо восстановить немножечко хп своим. Вот, все, восстановили.
Бросаем гранаты, все, флешечки там, все дела. Бомбы. Все бросаем. Ой-ой-ой, что-то... Их тут все-таки... Я думал, что... Мероприятие завершено. Добыча блеска. Взаимодействовать. Забрать. У-у-у! О, как круто! Слушайте, да вообще мне понравилось. Ничего такое мероприятие, по-моему, да? Неплохое мероприятие. Новый свет. Так, поговорите с Шоу Ханом. Это я уже понял. Надо бежать. Говорить с этим Шоу Ханом. Сделай стрим по CS 2. Ну... Блин. Можно, но только один. Я не буду в CS играть. Это не моя любимая игра. Судя по найденному тобой чертежу, энергосеть связана с отключенной антенной. Эта антенна должна высасывать море энергии, но сейчас не работает. Запустив ее, мы снизим уровень энергии и откроем путь к сверхпроводнику. Фокус в том, чтобы оказаться в двух местах сразу. У антенны и на электростанции. Кроме того, навод-то все еще где-то там. Так что нужно быть начеку. Я не хочу, чтобы сегодня погиб еще кто-то из стражей. Тоже не очень тебе, ну... Возрождение стража. Найденный вами чертеж сходится с планом Шоу. В задании неподалеку находится старая антенна. Если активировать ее, она, возможно, уравновесит энергию сверхпроводника и тем самым ликвидирует перегрузку. Шоу будет управлять процессом в центральной энергосети, а вам тем временем нужно включить антенну. Наведите указатель на значок ниже и выберите его с помощью левой кнопкой мыши, а затем выполните задание «Холодная перегрузка». О, вот, контракты. Получить. Подтверждаю, молодец. Ну вот я и говорю, тоже не очень. Что в ней там прикольного? Не прям так уж она и это, знаешь. Прям она уж прикольная. Выполняем пока новый свет. Возрождение стража. Выполните задание. Холодная перегрузка. Еще я получил свое первое легендарное оружие. Ух ты, слушайте. А ну ничего. Оба-на. Ты бы... Нифига. Что ты хочешь-то от меня? Ну, я ж поставил. Информация. Легендарное оружие. Расширение арсенала. Легендарное оружие значительно мощнее оружия прочих степеней редкости. Благодаря обширному набору доступных бонусов и ячейкам для модификаторов, его возможности необычайно широки. Найдите подходящую вам комбинацию и настройте оружие при помощи модификаторов, чтобы оно лучше подходило... для вашего стиля игры. А затем обратите его против врагов человечества. Вау! Слушайте, а оно мне... очень нравится. А там что за задание? Вот меня ведет куда-то... Ну-ка... Вот, да, вот. Рождение стражи, кладбище самолетов, космодром вы... А, вот, вот. Только мне надо в поручениях, опять же, вот в поручениях. Все тут в них находится. Рождение и посвящение. Все нормально.
А, нет, мне все-таки теперь куда-то туда зовет. Или нет? Пока да. Да, сюда. Говорит сюда. А что здесь? Тайник Мэйв. Вау. Вау, 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 вау. Какое прикольное оружие мне дали. Забрать добычу. И еще какая-то добыча здесь. Гадно, тут прям это. Одни какие-то тайнички. Прям какие-то одни тайнички здесь. Тысячу 625 ставим. Вау, 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 вау. Слушайте, мне очень нравится эта пушечка-колотушечка. Прям она что-то какая-то крутая, что ли? Что ли, что ли? Прям. Если честно, то кожа пробудившихся так себе. Ну, выполнение. А тут все одно и то же, что ли? Выполнение задания «Холодная перегрузка». Карта. Побежали. На этот указатель. Посмотрим все наши... Это вот мое первое оружие. Второе оружие. Третье. Нифига себе, это жду. То есть пока что у нас только три пушки. Может потом что-то будет более... Более. Ну, пока только так. Ну, вот это мне очень нравится. Слушайте, ну-ка, дай-ка проверить ее. Нормально. Нифига, так она валит. Смотрите, как, а. У нее еще и патроны бесконечные. Это просто мечта. Просто мечта. Игра мне вообще понравилась. Вот реально. Игра очень понравилась. Интересные задания. Открытый мир. Делай, что хочешь. Не знаю, есть ли тут какой-то финал. То есть, возможно ли ее вообще пройти. Но пока мне очень нравится. Вот реально. Очень нравится мне игра. Я даже не хочу пока не делать стримы по каким-то другим играм. Вот... Стримы по другим играм я вообще пока делать не хочу. Я хочу только вот в нее играть. Потому что она мне вообще капец как понравилась. Я думаю, вот пока мы ее не пройдем, других стримов вообще не будет. Я буду только вот в нее играть. Ну реально, ну это же... Кто со мной согласен? Да мне кажется... Ну вот Вика со мной согласна, она уже говорила, что ей игра тоже понравилась очень сильно. Это комплекс Золотого века. Он был разрушен в ходе коллапса несколько веков назад. Что тут надо-то? Добраться до антенны. До какой антенны? Ладно, пока иду по стрелке просто. По стрелке, которая вот, вот там. Там. Так, нет, мне не так надо идти. Немножечко другим путем. Ой, 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 нифига себе. Так, надо вот как-то вот раз, два, три. Нет, да, не хочешь. Так, да блин. Раз, два, три. Вот-вот-вот, тихо, раз, два, три. Да нет, ёлки.
Окей, раз, два и три. Отлично. И раз, два и три. Ну куда ты? Что ты туда не хочешь-то забираться все? Вот, давай, давай. Ну ползи. Да почему, я не понимаю. Все же там прекрасно. Ну, а мне сюда. Как-то мне сюда, мне не может... Почему мне сюда, я ничего не могу понять. Мне не сюда же. И мне что, сюда? Я ж тут был. А, мне, видимо, в новое место. Поможет ликвидировать перегрузку. Ребятушки, пожалуйста, кто не подписан на каналчик, пожалуйста, подпишитесь и прожмите лайкосик. Вы меня поддержите очень сильно. Наша цель в ближайшее время 150 подписчиков. Осталось буквально совсем немножечко. Стримлю я часто, поэтому не пожалеете, если подпишетесь на мой каналчик. Нормально вот эта вот пушечка все-таки хвалит. Прям вообще неплохо. Снарядов у нее, ну, патрон в магазине у него много довольно. Причем они очень мощные. Мне, в принципе, она нравится. Понятно. Так. Мы в тупике. Колебания энергии вызвали блокировку системы. Да, ладно, я разберусь. Держитесь. Улей атакует. Постарайтесь уцелеть. Скоро я вас вытащу. Нормальненько. Чё, кто где, подходим. Вот, молодцы, молодцы. Пошёл нафиг, пошёл нафиг. Просто стоим и швыряньком по ним, да? Красота, красота. Я держусь, но меня прижали. Отвлеките на себя внимание. Пошумите как следует. Заставьте Рой убраться отсюда. А, как именно пошуметь? Как можно громче. Из этого ритуала Улей черпает энергию. Ты чё, обалдел? Это обнаглевший человек. Я тут, значит, спокойненько всех убиваю. А он просто, получается, ко мне как-то подкрадывается, что ли? Что ли? За безобразие. Ребят, кстати, с праздничком всех. Сегодня такой некоторыми забытый. Это день прощения, воскресенье у нас. День прощения, ребят. Простите всех, действительно. Пустите все обиды и простите всех. Так,
ТГ уже всех поздравил. Кто как бы хочет, кто хочет, говорю. Кто. Ну да, а, не, все правильно сказал. Кто хочет, тот посмотрит. Вот. Очистить теневой раскол. Я очищаю. Собственно говоря, видите, да, я их тут очищаю так неплохо. Ой. Куча их тут. Ой, я вообще игру нечаянно свернул. Опять просто тут игра такая, видите, она в ОБС-ке тяжело захватывается, надо прям такой путь проделать, чтобы ее захватить. Прям. Нам очень тяжело. Нормально, валим. Разваливаем. Тихонько, помаленьку. Неплохо. Не всех, да, я еще, видимо, замочил тут. Не всех гадов. Очищаем теневой раскол. Лай. Давайте попробуем пострелять новым оружием. Вот этим уже. Уничтожить кристалл. Чё-то вообще отвратительно, по-моему, да? Давайте попробуем все-таки обратно. О, а тут смотрите, как быстро, да? А тут вот сразу. В общем, вторая мне вообще не понравилась. Давайте третью пушечку попробуем. О, вообще не ломает ничего. Самая первая пушка просто великолепна. Великолепна она, то, действительно. Что вы сейчас делаете, их отвлекает. Так держать. Численность улья растет. Бежим дальше. Уничтожить призрачного рыцаря. Бежим. Уничтожать призрачного рыцаря. О, господи. Вот и все. Вот и нет, ребята, вашего призрачного рыцаря. Илья, ты мне так что-то вот сейчас, я только сейчас понял, только сейчас посмотрел, прям мне же что-то смешно, знаешь, стало. Ты пишешь по стрим КС-очку, я говорю, мне она, ну так, я постримлю, но она мне не очень. И ты говоришь, ну мне тоже не очень. Зачем ты ее просишь стримить, когда она не очень? Что-то только сейчас заметил. Смешно стало. Значит, ты на меня не придешь. Понятно, надо победить улей. Мне тут какой-то надо победить. Улей победить. Вот этот видимо.
всех этих пацанов, видимо, перебить. Видимо, всех этих пацанов надо мне перебить. Ой. Вот так вот. Ничего страшного. Ничего страшного. Сейчас с новыми силами ринемся дальше в бой. Сейчас ты сдохнешь. Сейчас ты сдохнешь. Водки, все. Ой, 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 ой. А так, на. О, а это кто такой? Это интересный чувак такой. Это кто такой? Пошел нафиг. Это кто такой? Пошел нафиг. Добраться до антенны, да? А, вон там. Все, вижу. Вижу задалку, вижу. Раз, два, три. Раз, два, три. Где антенна? Сверху, снизу, а вот. И где антенна-то? Антенна где? Снизу, что ли, походу? Видимо, снизу. А куда тут снизу? А, вот, 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 вот. Вот, все, вижу, вход. Ага. Так. Неплохо. Неплохо, неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Вообще отлично, мы их валим просто на раз, два, три. Раз, два, три мы их валим, понимаем? Понимаем. Я понимаю. А вы? Найти панель управления. Вот и панель управления. Возрождение ограничено? Подключаюсь к системам. Ого. Понимаете, возрождение ограничено. Сетевой мост восстановлен. На очереди запуск главной антенны. Отлично. Перенаправляю поток энергии к вам. А смотрите антенну. Антенна работает. О нет. К вам идет большой отряд Улья. Шоу? Что? Вижу большой отряд Улья. Отставить. Бросайте все, их слишком много. В одиночку не справится. Справится, справится. От антенны идет слишком мощный сигнал. Он забивает нашу связь. Поодиночке. Конечно, ничего страшного. Мы справимся. Но вот когда мы не справлялись. Так а где? Так, а где они? А где этот улей ваш большой, гигантский? А, вот это вот. О. Нормас. Ну, неплохо. Валю, валю, потихонечку валю. Так, там главное, чтоб они не подходили. Вот стой, не... Идем сюда. Пацаны, пацаны, подходим. Хорошо. Нормально, нормально. Ну валим, валим, чё их. Защищаем этот центр управления. Я думаю, неплохо. Особенно вот у меня вот это вот оружие, оно мне очень понравилось.
прям реально оно мне понравилось. Вот, пушечка. Она мне реально зашла. Поэтому с ней прям в одно удовольствие хвалить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Игру опять свернул. Ты кто такой? Пока. Смешной чувак. Я перехожу в широкополосный режим. Прием, как слышно? Мы живы. Я... Не надо было ставить вас в такое положение. Когда отключилась связь, я подумал... Шоу, у нас все в порядке. Ули отступает. Ну что, сработало? Проверяю. Да, похоже. Сработало. Во всей энергосистеме напряжение падает. Теперь нужно просто отпереть эту камеру и закончить дело. Возвращайтесь в лагерь, пока Навота не вернулась. Миссия выполнена. Холодная перезагрузка. Так, поручение. Новый свет. Возвращайтесь в лагерь. Берем контракты. А, ну, точнее, те, которые можно, да, выполнить. Возвращайтесь в лагерь. Нам надо карта. Карта нам нужна, карта. Нам нужно возвращаться... Ой, нет, стоп, будете. Нам надо возвращаться в лагерь. А где он, где он, где он? А вот он, собственно. В данный момент невозможно открыть другие задания. Чего? Быстрое, да, вот, быстрое перемещение мне надо. Я вот и хочу сделать быстрое перемещение. Вот, быстрое перемещение, все. Все. В лагерь сразу быстрое перемещение сделаем. Не хотел так с вами поступать, но я отправляюсь за сверхпроводником. На этом этапе буду действовать в одиночку. Сегодня и так погибло много стражей. Городу нужна свежая кровь, так что не стоит тебе рисковать понапрасну. Прежде чем сделать что-нибудь безрассудное, подумай вот о чем. Ключ от этой комнаты только один, и он у меня. Если я выживу, то с удовольствием поработаю вместе с тобой. Если нет... Я оставил тебе Спэрроу. Бери его и улетай отсюда. Доберись до последнего города. Шаохан, конец связи. Как он мог так поступить? Навота все еще жива и уже уничтожила двух стражей. Плохо дело. Шоу сказал, что единственный ключ у него. Не мог же он обыскать весь космодром. Должны быть и другие ключи. Сейчас загляну в его архивы. Недавно он делал что-то на забытом берегу. Страж, разведчики авангарда сообщают, что рядом с тобой скоро высадится буровая команда падших. Mm-hmm. Понятно. Это что, блин, нафиг? Так, ну мы идем по задалке. Идем по задалочке, идем по задалочке, идем. Mm-hmm.
Парам-парам-парам-парам-парам. Кладбище самолетов. Угу. Что-то мне подсказывает надо. А это не тут ли я брал? Нет, по-моему, я не тут это брал. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Просто завалили. Бум-бум-бум их. Просто завалили. Шоу Хан, стражем на позициях. К нам тут летит военный спутник. Прошу его перехватить. Просто завалили. Вот и все. Вот и все. Военный спутник. Новые мероприятия. По желанию. Это вон новое мероприятие, наверное. Или то, или это. Так вот. Бац. Подстрелил его. Все неплохо. Опа! Ой, подожди, стоямба. Да мне не нужно мероприятие. А где мое основное задание? Мне что интересно, мое основное задание. А, ну это, видимо, оно и есть, да? Угу. Это оно и есть. Я не могу связаться с Шоу. Если Навото доберется до него раньше, нам нужно как можно скорее найти еще один ключ и попасть в эту комнату. Сейчас найдем. Поблизости есть какие-то старые тайники. Начнем с них. Ой. Так, ну вот сейчас все будет отлично. Сейчас все будет. Все будет, все будет. Выпал броня, вы получили новый элемент брони, что найдите его, ну понятное дело, откройте F1. Так, 630. Ой, только тут-то не мусорщика надо. Ой, подождите, я хоть нормальное выставляю? 616, тут 630, 600, 617... 626, 613, 1600, 1618, 1616, 1600, 1626. Вау! Прикольно! Да. Классно. Там мероприятие по желанию, но мы пока по квесту я хочу идти. Мне уж очень нравятся эти квесты. Здорово, как дела? Максим, привет. Дела, да чё, хорошо. Вот играю в новую игру, первый раз в нее зашел. Destiny 2. Решил в нее поиграть. Очень нравится, очень нравится. Очень здоровская игрушка, на самом деле. Так, открываем. У нас что, задание пока тайники, да? Видимо, с ключами, да? Ключ все еще не найден. Так, идите по следу.
какому следу? Новая цель. Идти по следу. Так, понятно. Вот эти умирают? Да, но очень долго, видимо. Да ёлка. Куда идем? Чтобы мгновенно убивать противников, у которых мало здоровья, добивающим приемом, нажмите G. Что онлайна? Онлайна мало, ты имеешь в виду? Ну, мои ребята уже ушли. Они, мои ребятки по 2 часа сидят. Вот. Мои ребята сидят по 2 часа, для них 3 часа это слишком много. А, ты написал, да. Просто тут сердечко в чате тупое, иногда из-за него нифига не видно. Я говорю, ребята мои по 2 часа сидят. И потом уходят. Для них 3 часа это что-то с чем-то, мне кажется. Поэтому и видишь... А я решил подольше стрим сделать, потому что игра очень сильно мне зашла. Шоу-кам бойцам на позициях. Приближаются падшие с катаками. Вот. Создайте им жару. Игра прям вообще мне очень понравилась, поэтому я и решил подольше сделать. А, сейчас, ребят, погодите, я возьму зарядку. Но не весь, а только часть. Если найдем другие части, я смогу подделать разрешение и сам стану. Так, я тут? Сейчас только телефон на зарядку поставлю, а то 2%. Угу. Ставить. Поэтому такой онлайн. Ну и понимаешь, Максим, и подписчиков у меня же тоже, видишь, не 50 миллионов, чтобы гигантский онлайн был. Вот. Тоже не куча подписчиков, чтобы гигантский онлайн был, но так. Просто, видишь. Долго они не сидят. Кто-то там есть пошел, пельмени вообще какие-то. Кто-то стримит, у меня тоже там человечек есть, который стримит. Кто уезжает еще куда-то. Ну все, разбежались, короче. Что я не могу кинуть? Вот эту давай кинем. Я засек высокую концентрацию сигнатуры оружия дальше. Просто буду издалека так разваливать. Бац. Нифига, это что? А чё их так много? Подождите, что-то, ага, все заблудились, да. Все заблудились. Оп. Их так много. Так, мне куда-то туда, да? Бац. Нормально. А он мне нужен, вот этот электрический заряд, вот честно. По-моему, уже нет. Есть. Этих фрагментов кода хватит, чтобы создать новое разрешение. Но мне нужно усилить сигнал, чтобы ключ сработал. На кладбище самолетов повышенная концентрация энергии. Угу. Скорее всего, там есть. Опять то, ребята, нужно. Короче, пришли, надо их будет валить. Стойкий капитан. Ну, посмотрим, какой он стойкий. По-моему, он совсем не стойкий, вот и у него и хп вообще нет уже. Я и говорю, что-то, по-моему, он совсем не стойкий. Этот ваш капитан.
мана. На мана. Но они мне нужны, вот, по-моему, вообще нет. По-моему, вообще не нужны. Пусть сами уж они там как-то. А я побежал. Обратно по заданию, потому что я говорю, я пока выполняю задание. Все-таки мне... Основной квест. Основные. И основной сам квест, он мне очень сильно понравился, в принципе. Да почему ты? Три. А, ну там прозрачная стена, я вас понял. Походу так. Походу так. Ну ладно, побегу уж по такому пути тогда. По обычному. Зачем туда прозрачную стену было делать? Вроде бы, как бы, ну а что там, простите, просто я бы вот так перебрался бы, упал бы сюда, и все. Супер разряд у меня. Найти источник энергии. Район переполнен ионной энергией сверхпроводника. Должно быть, рассеялось, когда мы включили антенну. Это усилит мой сигнал. Давай соберем заряды. Так, надо их как-то собирать, вот так, что ли? Или как их собирать? Ну да. Нужно торопиться. Опа. Прикольненько. Опа. Да ты чё? Собрано 40. Угу, вижу. Что вот это такое? Но оно не взрывается. Я когда-то уже по этому стрелял, оно не взрывалось. Они вообще ничего не могут понять, просто летают. Кто летает, кто бежит, вообще никто не может ничего понять. Взял какой-то пацан, пришел, просто развалил их. Которого, мне кажется, они даже меня не увидели, по-моему. По-моему, мне кажется, они даже меня и не увидели. Мне-то к лучшему. Мне от этого только лучше. И последние 20%, вот они. Три. И раз, два, три. Вот так вот. Начинаю рекурсивный анализ. Цель достигнута. Теперь у меня есть разрешение. Скорее. Так, бежим. Машина, а тут есть машины где-то вот эти? Я не вижу, они, видимо, все позабрали. Бежим. Сейчас вы разлетитесь довольно быстро, и он тоже. Вот и все. Ха-ха-ха. Куда тут? Вот туда. Побежали. И чё? Так я специально в это зашел. Я думал, сюда надо входить, а это вообще ловушка оказалась. Понятно.
Я наоборот подумал туда, наоборот войти надо, наоборот. Вообще наоборот. А в итоге вообще не надо туда входить. Ну, оказывается, так. Победить Навоту. Где она? Где она, Навота? Вот она. Навота, пока. Все, тебе хана. Хм. Навота, тебе хана. Ты ж понимаешь, да, Навота? Блевота вообще какая-то. Навота, блевота. Ну ты где? Так, надо немножечко. Вот и все, вот оно, она сейчас просто умрет. Просто умрет. Потому что она на вот. Вот. Просто отлетит. Отлетит просто. Просто отлетит. Понимаете? Просто отлетит. А, я опять в эту фигню себе. Опять я в эту фигню себе это, засунул. Нормально. Конечно, она вот, ну, потяжелее будет, чем все остальные эти ребятки. Все остальные ребятки. Чем все остальные противники, она будет намного сложнее, но не прям уж такие сильные она. Нормально, как бы убиваем. Нормально убиваем. Бьем. Так. Блин. Надо ее победить уже быстрее. Скоро, ребят, стрим будем заканчивать уже, потому что мне бежать надо. Мне еще дел, знаете. Много дел сегодня. Поэтому. Надо быстрее ее завалить, пройти квест. Нормально. Где она? Вот и исчезла. Не знаю, куда она делась, но здесь я ее больше не вижу. Зато мне удалось определить координаты призрака Шоу. Попробую ему помочь. Шоу, ты в порядке? Что? Что вы здесь делаете? Мы не могли тебя бросить. Она вот-то? Она еще жива, прячется неподалеку. Мы заставили ее отступить. Вы отбили ее атаки? Ну ладно. Простите, что я вас бросил. После Кэса и Мэйв я боялся потерять еще кого-нибудь. Мы тоже. Поэтому и пошли за тобой. Никто не хочет оставаться в стороне. Хорошо, что вы здесь. Я ваш должник. Приз ваш. Сверхпроводник вон там. Берите его, встретимся в лагере. На этот раз без обмана. Предатель вообще. Но он один пошел. Пошел один, предал. Предал нас. Предатель. Вот и сверхпроводник. Давай доведем дело до конца. Он полон энергии молнии. Неудивительно, что авангард хочет превратить его в оружие. Давай вернемся в лагерь, а затем в последний город. Домой. Вот так. Ладно, ребят, на этом мы с вами закончим эту потрясающую серию, потому что мне кажется, она была просто вообще великолепна. Ну, действительно, это прекрасная игра. Всем огромное спасибо, кто смотрел этот стрим до конца, кто смотрит его в записи.
Подпишитесь на каналчик, прожмите лайкос, кто этого еще не сделал. И все, давайте всем удачки и всем пока-пока. Ждите, возможно, завтра будет стримчик. Во вторник 100% будет, в понедельник 50 на 50, еще пока не знаю. Все, давайте удачки, всем пока-пока.